Майкл, как твои дела? Я нашел кое-что очень интересное. Рынок жилой недвижимости держится исключительно на невозвратных кредитах. Они рухнут. Рынок недвижимости надежен, как скала. Это бомба с часовым механизмом. То есть Майкл Бьюри, который стрижется в дешевой парикмахерской и не носит ботинок, знает больше, чем Алан Гринспан? Доктор Майкл Бьюри, и да, знает. Ты знаешь что? Меня это бесит. Крупные банки разоряют простых американцев. Я просто в бешенстве от этого. Невероятно. А потом заходит этот парень и говорит. Затевается какая-то авантюра. И пока крупные банки делили большой куш, несколько инвесторов увидели то, что не замечали другие. Мировая экономика готова рухнуть. Я уверена, что мировыми банками движет скорее материальная мотивация, чем жадность. Вы ошибаетесь. Никто не обращает внимания. Банки одержимы наживой, а их тупость принесет нам прибыль. Делаешь ставку против банков? Они решат, что мы под кайфом. Гениально. Аферы никогда не прокатывали. Рано или поздно все вскрывается. Какого черта мы об этом забыли? Как банки такое допустили? Это все от их тупости. Это не тупость, это мошенничество. Объясни, где граница между преступным и тупым, и я сдам брата моей жены. Вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы пошли против американской экономики. Если ты ошибаешься, то потеряешь все. Банки обманывают американцев. Теперь мы можем выбить им зубы. Ну все, поехали. Вы даете кредиты стриптизершам? У них много налички. Ты не сможешь ее выплатить. Ни одну ссуду? Что значит ни одну? У меня 5 домов. И квартира.